WinningBets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Бафик и Каспер. Ты слишком доволен, Бафик. В чем дело? Расскажи мне. Я тебе расскажу, в чем дело. Дело в том, что у нас обалденный матч впереди. Вся квалификация. Это Indy Phoenix против Orange Staring. Неожиданный совершенно матч как для сетки лузеров в данной ситуации, потому что что одна, что другая команда свои первые матчи на квалификациях на квалификации проиграла. Ну и будем, я думаю, уже переходить потихонечку в лобби, прямо уже в пик. Нырять прям в пик. Нырнем. Да, так вот, MVP Феникс. Не обращайте внимания на их пик. Все, что вы увидите, будут делать профессионалы. Ну, на самом деле, ребята очень грамотно подошли к решению вопроса. Всегда они так делают. В любой непонятной ситуации бери Виспа и Бристл Бека. Они всегда так делают. Они так делали еще со времен, не знаю, 3-4-летней давности, когда они только начинали катать в доту, когда это была комбинация, которой они были способны убить вообще всех. У них там еще Варлок был туда же, в эту же компанию. Да, было дело. Ну так. И с другой стороны, вот Таринги видят, тоже парни простые, видим Виспа, пикаем Дисраптора. Все понятно. Тоже хороший выбор, достаточно-таки годный. Он неплохо справляется с этим героем. Ну, вообще, как бы, свой образ даже может быть и контра. А в первых играх, собственно, этой квалификации, раз мы уже вспомнили о них, Signature Trust обыграли MVP Phoenix 2-1. То же самое, в принципе, сделали TNC с Тарингами, обыграв их тоже 2-1. Если TNC обыграли Таринг, это нельзя назвать еще, возможно, каким-то огромным сюрпризом. То, что вот MVP подошли к этому матчу Signature Trust как-то, видимо, мало подготовленным, потому что проиграли 2-1, это уже более серьезная ошибка. Ну и придется ребятам кому-то покинуть квалификации. Или MVP, или Orange Taring. Очень не хотелось бы, конечно, терять как одной, другой, как один, так и другой коллектив. При том, что это еще и квалификации на квалификации, как мы уже вспоминали. Ну да, да, да. Да не, в целом сейчас, я думаю, будет неплохая заруба. Все-таки битва на выживание команды очень перспективные. Я вот на самом деле с Orange Taring не особо знаком в плане личных, да, каких-то взаимодействий с ними, но в целом наслышан об их скиллухе. Ну смотри, я вот помню, когда еще комментировал все квалификации на Виплей, там был Yamatech, Link, Ice, три человека вот этих я точно помню, а вот Байсона вот этого и Pink NJ я не помню, если честно. Ну, ты имеешь в виду это Сионикс? Это, да-да-да-да. Sionix и NJ. Ну, вот это они, в общем. Вот этих двух парней я, в принципе, не помню. А всех остальных как-то вот у меня на слуху. И они были, просто они потом как-то у них проблемы со спонсором были. И они же не доиграли, собственно, квалификации. Они вот только сейчас там как-то прошло объединение на стыке Orange и Taring, как я понимаю, там как-то такая схема была. И получилась вот такая команда Orange Taring. А так у них там очень долгие были разборки со спонсором, кто кому деньги дает, кто кому что должен. Короче, непонятно. Но в итоге главное, что все у них вроде как получилось. Осталось только играть еще. Да, ну вот я смотрю сейчас на драфт, все действительно проясняется с каждой минутой все больше и больше. Видим, что убирается у нас инвокер, убирается Сларк, Апаришн, Queen of Pain, помимо стандартных там четырех первых банов. И добирается Witch Doctor, которого мы часто видим в пиках против Бестмастера. Он очень неплохо выглядит. Как мы уже часто говорим, он хорошо стоит против него в... На линии. Witch Doctor, да, стоит на линии, соответственно, против этого парня. И Viz Bristol Back, куда отправятся эти два парня, потому что, в принципе, мы это тоже уже обсуждали, они могут спокойно идти в сложную, если против них там не мощная какая-то трипла. Даже против мощной триплы они при сильном желании могут нормально постоять. Так что будет очень любопытно, какое решение все-таки примут именно Phoenix Life Stealer от Orange Taring. Ну, схема понятна. Вновь у нас лайфстилер там Бестмастер, все эти убийства под ганги с Рором всевозможные. Очень тоже неплохая комбинация. И пик довольно жирный у Тарингов. Берут Джиггернаута, MVP Феникс. Ну, их стандартный пик. Вообще, как бы, никаких здесь нет новинок, ничего не придумают ребята. Бристлбэк Висп, как ты правильно отметил, их бородатая стратегия. И Джиггернаут Вич Доктор.
тоже их любимые герои. Да, при этом, вот видишь, они сами забанили Apparition, то есть они прекрасно понимали, что будут добирать именно вот таких вот персонажей с огромным количеством хила, и не хотели бы давать возможность Оранжам как-то законтрить это все одним героем, и в итоге будет очень тяжело против этого сражаться. Но правда тяжело, потому что если вы обратите внимание все, то у Оранжа нет Burst Damage вообще, ну просто нет его. То есть есть Дизраптор, который бьет молнией очень понемногу. Есть единственный Драгонайт с Брисфайром. Все. У Бисмастера топоры они не выкачиваются там до уровня 25-го. Лайфстиллер, ну, просто бьет руками. И подержать его на месте, возможно, еще будет способ у MVP. Ну, вот еще и Темпларка добирается. То есть... Но тут вообще весь бёрст заключается таллинга в том, что ты приходишь с Бисмастером, даешь Орл, и Стиллер дает инфест, и вы должны убить этого персонажа. Ну, типа все. Того, все. И то это бёрстом назвать, по сути, невозможно. Вот в том-то и дело, то, что это все относительно легко контрится. И вот сейчас у Феникс еще один замечательный герой появляется. Это Templar Assassin, которая вообще очень классно стоит против всего, что вот тут здесь есть. Она вообще очень круто держит удар. Лайфстиллера она просто уничтожает, потому что он очень не любит минус арморных вот этих героев. И потому что у него весь дэмэдж, это как раз вот его тот самый бёрст, про который ты только что говорил, это удары с руки. Удары с руки всегда уходят в рефракшн, потому что рефракшн тут даже толком сбивать-то нечем. Появляется на ласт пик еще у нас Акс. Не знаю, вот мне кажется, что в принципе у Оранжей может получиться, но у них может получиться только в одном случае с Акцентр. Таким пиком. Это просто задавить со старта, просто задавить на линиях и просто пытаться идти и прессинговать с самого начала игры. Если у них получится это сделать, тогда у них есть шансы, потому что MVP Феникс, да, при какой-нибудь там плюс-минус пассивности, хотя бы минут там на 5-10, они реально рискуют напороться на то, что у них просто не хватит урона. У Бристлбека появится какой-нибудь Вангвард, Вич-Доктор там тоже себе плюс-минус какой-то, не знаю, Глиммеркейп покупает, и уже труднодоступной становится большинство персонажей. То есть появятся серьезные проблемы. Я вот не знаю по поводу того, как они расставят свои линии, но видно, что Тимотек берет ДК, поэтому ДК будет в центре. Мне было интересно, возможно, они какую-то волевуху сделают, отправят, например, Акса против Темпларочки в центр, например. Ну вот я тоже вот думал. Что-то поизвращается, Лефтивер, например, в лес отправят, что-то такое. Потому что пик, в принципе, он достаточно жадный, и можно тут вариации на эту тему какие-то делать, кого куда отправлять, собственно. Ну вот я тоже думал, что, возможно, попытаются как-то перехитрить именно на лейнинге, потому что это единственное, что от них требуется. Но, с другой стороны, подействовать сейчас как-то нестандартно, не проверено, в итоге вы рискуете не добрать уровни, не добрать, я не знаю, там, артефакты, и в итоге не выйти в мидгейм с нормальными уже своими слотами стандартными. Это какой-нибудь блинк-даггер на Аксе, я не знаю, может быть, блинк-даггер еще и там на Драгон Найте, Лайстиллер с армлетом, вот все-все-все эти дела. Ну ладно, давай сразу пройдемся немножечко по командам. Как раз у нас тут первый визуальный контакт уже в лесу произошел. И, пожалуй, я начну с команды Тайринг. У нас мы видим, Айс играет на Бистмастере, Сионикс, Лайфстиллер, Дизраптор в исполнении Линга, Яматех на Драгон Найте, и NJ будет бегать в своей сложной линии на Аксе. Да, у команды MVP на Темпларочке сыграет Кьюо, на Виспе будет играть Фэбби, естественно, Бристлбэк, Фариф, Джаггернаут, MP, да, если я не ошибаюсь? Да, нет, все верно. Да. И, собственно, на Вич-Докторе сыграет у нас Дубу. И отключается Кьюо. Да, ну, были там небольшие проблемы с соединением у MVP Феникс перед стартом этой игры. Немножечко они в этом регионе, задержали начало. Да, в этом регионе это частенько случается, в принципе. Если уж так говорить, да. Потому что интернет стабильный не всегда там проходит, проскакивает. Да, дело даже не в самом интернете как таковом, а дело в том, что в принципе регион такой немного проблемный. Хотя у нас там были ребята, когда мы были в Сингапуре, то они вроде нормально играли, и вроде бы даже у них там получалось. Так, ну. Вот опять же, по линиям, конечно, очень любопытно, как будут стоять Дизраптор. С кем там он получается? Лайфстиллер, Дизраптор? Да, Лайфстиллер, Дизраптор. Не знаю. Да, честно говоря, тут какие-то волевые решения, возможно, были бы очень и очень неплохи. Видим мы, что Бестмастер с Айрон Талоном у нас в закупе, то есть он будет фармить. Ну, у нас это жадный лес. Да. Тут можно было сделать или жадного Акса, или жадного Бестмастера. Выбрали жадного Акса. Почему выбрали именно Акса? Давай поразмышляем. Джаггернаут и Вич-Доктор. Наверное, будет все-таки лучше Аксу стояться против этой даблы, нет?
Ну, естественно. Нет, Бисмастер он там вообще не всплывает. То есть Бисмастер он умирает почти в 100% случаев. Ты, во-первых, подойти не можешь, потому что ты со своими кабанами подставляешь себя постоянно под каски, кабаны твои постоянно мрут, потому что, ну, просто вич-доктор их постоянно ходит, пытается убивать, птиц отстреливать. То есть живность вич-доктор там просто на линии уничтожает. А, ну и вот, мы готовы начинать, команды тоже готовы. И давайте поглядим за этим Best of 3 противостоянием. Серия до двух побед. Там уже Акс успел слегка лизнуть. Дубу. Да, я видел, видел. Дубу год. Это знаешь, как называется? Выбить из колеи оппонента. Типа, смотри, я твой фанат, ты уже чемпион. Не, ну а вдруг? А вдруг так и есть? Нет, так на самом деле, я думаю, и есть. Ну, почему нет? Это вполне нормально. Тем более, NJ, я, честно говоря, не помню, чтобы он там какой-то суперстарый игрок был. Вот, поэтому вполне может быть, что кто-то из молодых и как раз-таки фанатеет от Дубу. А ну, сейчас интересно, Вич-доктор сделает эту штуку? Да, Вич-доктор делает эту штуку. Ох уж эти Вич-докторы с этими штуками. Ну, я просто к тому, что вот он подержал немножечко линию и подержал на себе рейнджевого крепчика. Это такой интересный маневр. Он вроде бы несложный, но в некоторых ситуациях выглядит весьма интересно. То есть в итоге линия действительно пушится в сторону Джиггернаута, то есть Аксу нужно будет подходить. Акса сейчас можно разминать. Вообще, Вич-доктору бы по-хорошему вкачать на первом, на втором уровне, ну, на втором желательно, что каски Маледикт. И все, и агрессировать. Потому что Акса в таком случае можно будет вообще не подпустить. У него, конечно, тут танго есть, но он с собой не слишком много-то его и захватил. И его реально можно будет растыкать. Знаешь, вот что мне нравится немножко в этой ситуации? Не нравится, точнее. Если был бы Акс, например, в лесу, а Бестмастер на топе, то это давало бы возможность команде Таринг хоть какого-то потенциального убийства на нижней линии. Потому что вот сейчас эта линия выглядит очень ослабленной. То есть тут Лейфстиллер и Дисраптор. И вот эти вот Фариф вместе с Виспом, они будут чувствовать себя очень и очень фривольно здесь. Да, они будут абсолютно спокойно здесь перемещаться, то есть никакого быстрого, да, моментального большого количества урона по ним зайти здесь не может физически. Да мы это уже проходили еще на стадии пиков, да, то что вот просто нет возможности быстро кого-то зафокусить. Если у тебя нет возможности быстро уничтожить Бристлбека, то ты в плохой ситуации. Он тебя своим киллспреем запшикает. А вот сейчас, кстати, Фурев подставился, реально очень подставился, пытался крипчиков на себя увести, в итоге увел. Это грубейшая ошибка от Бристлбека, слишком пережадничал он в итоге. Сейчас все равно здесь половина крипов погибнет, то есть он очень много опыта сейчас недополучит. Так, там еще у нас погоня за Виспом, станчик от Яматеха, который поймал на удаче руну ускорения. И кабан, кабан замедляет очень сильно, Фэби уезжает на крипа, но здесь на хосте Яматех, он его просто добьет сейчас. Своей саблей, да, никак, никак здесь Фэби уже, наверное, не уйти. Хотя Яматех заходит, добивает, но может поплатиться за это своей жизнью. Ну, псиблейды вот первого уровня, рейндж, дальность атаки, да, слишком маленькая. И поэтому не получилось у Кона нести эту летальную тычку. Ну, классно, классно здесь все сделал, в принципе, Dragon Knight. И неплохо, стоит отметить, также мансил Фэби, но не хватило ему слегка. Так могли бы еще, возможно, этого Драгонайта и наказать, который погнался уже до упора. Фариф. Фариф отвел, на отводе, точнее, соперника тут подфармливает лес, добивает этого кентаврика, еще и крипов забирает к себе. Все хорошо в этот раз сделал, не подставляется. А мне вот интересно, как тут с Аксом дела обстоят. Но я смотрю, что Вич-доктор на втором вкачал все-таки хилочку, дал слабину. Намекаешь, что можно было его размять с Маледикта и все-все-все. Да, там. Так его не просто можно было, его нужно было разминать с Маледикта. Вот сейчас, что где твоя хилка? Ну, ладно, Аксу и так навешали, так что, в принципе, не важно, был там Маледикт или же все-таки Wood Restoration. В итоге, хороший минус на линии, но тут тоже Акс немножко перебыковал. То есть ничто ему не говорило о том, что он здесь неубиваемый. Его можно было забирать совершенно спокойно, тем более, что Вич-доктор вот уже там третий, почти четвертый уровень. Да, и первый килл для команды MVP Phoenix. Так, о, у нас тут сейчас завелся дизельный этот... Генератор. Генератор холода дизельный у нас завелся. Наш кондиционер, без которого мы тут действительно умрем. Поэтому не обращайте внимания, если вы вдруг услышите... Тут два варианта. Либо это кондиционер, либо это мы зубами стучим. Ну да, кстати, нападение вновь на Фарива. Неплохо вгрызается в него Лайфстиллер, но Фарив все а уже тяжело, живет, уже да. Тяжело. Под Виспом, конечно, уже не взять его. И рискую, что и подставится под большое количество зарядов квиллспрея. И, соответственно, чем больше на тебе их собирается, тем больше урона ты получаешь. Там тот же Лайфстиллер, каким бы он плотным ни казался, в один момент может потерять чуть ли не треть запаса здоровья.
Да, есть такое дело. Но по крипстату на центральной линии у нас ноздря в ноздрю идут Кьюо и Яматех. Тут ребята стоят довольно здорово. Ну и при этом у Яматеха есть килл, об этом тоже не стоит забывать. Он убил виспа. Ну, так что эта линия, в принципе, пока нормально проходит для ДК. Да, Джиггернаут чувствует себя вообще замечательно. 28 на 11 лучший крипстат на карте. И с этим Джиггернаутом совсем скоро уже придется считаться, потому что очень агрессивно играет MVP Феникс зачастую. Могут просто не дать вам шанса никакого. В плане того, что попытаться как-то, не знаю, подсобирать лишних денег, чтобы против него подраться. Но сейчас Джаггер круто покрутился. Возможно, даже Killing Part поставит, но слишком много крипов убило. Слушай, он тут может и поплатиться. Я иду и машу своим топором. Как же это весело выглядело. При этом он до этого неплохо покрутился. Там на самом деле шанс был не так велик. Но вот этот последняя крутилочка вообще была. Да, я не знаю, что помешало Джиггернауту просто поставить Healing Ward против первого уровня Battle Hunger, который наносит 16 единиц урона в секунду. 16, не 60, а 16. То есть у Джаггера бы Healing Ward в принципе спас. То есть зачем он оставался добивать этого крипа? Вот, ну, много-много вопросов. Может, MVP еще просто маленько не проснулись, я не знаю. Но возникают определенные вопросы к этим ребятам. У нас тут забег сейчас на Сионикса, и он убегает. Но вот у Дизраптора может не получиться убежать, хотя он тоже старается. Фореф. Фореф побежал дальше. А они будут до конца, наверное, давить. Конечно, здесь. Конечно, конечно. Должны сейчас, по крайней мере, это делать. Смотри, Кьюо, по идее, Линга уже не отпустит. Еще один псиблейдик нужен, ударчик. Он может ударить его, да, вот вместо бегать. Классно, классно, все ударил. И Акса на топе все-таки убили. Убил его Джиггернаут в соло через умнислэш. Ну да, он что-то вот почувствовал силушку богатырскую, убив этого Джиггернаута. И сейчас поплатился за то, что немножечко долго стоял там. Ну, как обычно, в принципе. Второй раз он погибает по собственной же жадности. По собственной, не знаю даже, как это сказать правильно. Да правильно это как раз вот жадности называется, потому что, видим... Я бы сказал, беспечность даже вот это. Слишком да. Много игроки пытаются пока что халявить. Халяву мы видим пока наказывают, и это очень правильно, потому что ты, когда один-два раза бываешь наказан за подобные движения, ты сразу же перестаешь таким образом действовать, начинаешь более продуманно подходить к решению различного рода вопросов. Это да. А не вот это, по пути меньшего сопротивления. Ладно, пойду крипчика добью. Нет тебя, все. Ну да, топором просто размахнуло и все, расчленил просто. Ну да, да, реально подозрительно выглядело. Не, ну то, что там прошел вот эта крутилочка прошла, это тоже как бы... Да не, ну там было 5 или 6 крипов, в смысле... Но он когда бежал, они сначала его не били. Это... Так, а там, а вот в том-то и дело, то, что его крип умирал, все. Ну то да. Есть он оставался там один, он бы в любом случае крутился, и нужно было это понимать. Плюс тебе никто не мешает нажать атаку на героя вражеского и переключить на себя крипов. У нас тут Forever пытаются забрать. Очень много урона спиной он принимает. Но есть один нюанс. То, что Bristleback на 6 уровне имеет назал гу единичку вместо пассивки в 2. Соответственно, количество входящего урона со спины и с боков, оно по-прежнему велико. Первого уровня пассивка, она тебе вообще на самом деле почти ничего не дает. Ну что такое 16%? Это же просто ничего. Ну да, 16.8 это вообще такое, ну, действительно, увеличение довольно серьезно идет с левелом, то есть прирост там существенный. Ты просто получаешь по 8% заднего этого уменьшения и также еще получаешь по 4% прироста понижения урона с флангов. И в итоге, да, в итоге ФРФ за то, что вот назвал гу свой... Хотел вкачать. Наверху выход был на оранже, раскручивается Джиггернаут, идет добивать добивать МП, ой, НДЖ добивает, и Кьюо еще погоня за Лингом, тоже побивает. Ну да. Тут телепорт Дисраптора оказался не самым правильным. Но Дизраптор очень хорош, когда вот на вас нападает там 1-2 персонажа, но когда один из этих персонажей еще и Темпларка на хосте, то тут, конечно, Дизраптор вообще не у дел оказывается, и таким образом немножечко подкармливает сейчас Темпларку. То есть, что мы имеем? Мы имеем Bristleback, который очень хорошо стоит у себя на линии, мы имеем Темпларку, которая еще и фраги умудряется делать, имеем Джиггернаут, который также стоит просто замечательно. И таким образом понимаем, то, что у MVP все очень-очень-очень круто. Но, с другой стороны, есть еще и Dragon Knight, у которого также дела обстоят неплохо, у которого уже есть Power Threads, грейджные стики, и денежка начинает аккумулироваться на счету. Ну, 1200 золота имеется поверх этого всего. Там у нас подфармили, кстати, эншентов, настакал которых очень удачно Фэби, и вот Фариф сейчас тоже разгон получает очень существенный.
Да, в Даче, конечно, бристлбеки, если все им делают правильно, если подстакивают, они очень серьезные ребята становятся. Так там, понимаешь, там эти стаки может забирать и Темпларка, и Бристлбэк, даже Джиггернаут, займев в какой-нибудь Battlefury, он тоже может забирать большое количество крипов одновременно и таким образом увеличивать скорость своей раскачки. Кстати, о Темпларке. У нее 1760 уже золото, и ты знаешь... Ну, это может быть быстрый блинк. Может быть и даггер, да. Это может быть выход, я не знаю, в какой-нибудь дезолятор также, ну, такой вот постепенный. Блин, я подозреваю, что если бы он хотел купить дезолятор, он бы, наверное, же Блэдстоун купил. Мне вот так кажется. Я тоже думаю, что обычно... дезолятор здесь смотрится очень хорошо. Обычно что... делают именно так. Ну, конечно, без дезоля здесь не обойтись. Да-да-да, он безусловно нужен. Безусловно. Вопрос только, что он может с даггера начать, потому что тут как-то он копит эти деньги, сдается, что все-таки даггер. Конечно, конечно, скорее всего так и будет. Выход на Рошана сейчас также будут совершать и тайринги. В итоге, да, появляется армлет уже у лайфстилера, уже тайминги неплохие. Правда, у Акса блинк даггера, естественно, нет, и зайти он толком здесь не сможет. Также есть неплохая вероятность просто попытаться подраться, влетают с форевом сейчас прям в самый эпицентр, тут на линга. Линга забирают, дизраптор... Да, Гримс все-таки потратил. Ну и еще Айса можно забрать тоже. Должны его убивать здесь тоже. Куо тоже подходит. Разбирается пока с кабаном. Да, за Айсом уже выехали. Джиггернаут его здесь завертит. Отличные два килла для MVP. При этом они забрали Рошана, а Ега у Темпларочки. И тем временем разминает на центре второй тавер Яматех. Прилетает Дубу. Немножечко успокаивает. Нет, Таринка, они молодцы. Okay. Они понимают то, что драться пока что лоб в лоб они не могут. Им нужно максимально использовать сильные стороны своих героев. Это вот у Драгонайта возможность сносить здание. И поэтому он сейчас именно вот в центре засел. Точно так же на верхней линии сейчас у нас бегает Сионикс, который также пытается эту линию протолкнуть по максимуму там до вышки, чтобы немножко отвлечь на себя внимание. И единственное, что нужно Тайрингам, это много-много-много денег. А много-много-много денег заработать, ну, требуется время определенное. Вот просто MVP сейчас, если сильно захотят, они могут уже пойти драться. Да, они, скорее всего, так и сделают совсем скоро. Тот, кто заработал в этой игре, так это Яматех. У него 2300, вот не совсем понятно пока, что он будет прикупать себе. Будет ли это какой-то армлет или все-таки даггер решится купить сейчас. Но мне кажется, какой-то армлет смотрится чуточку посильнее. Потому что атаковать, скорее всего, тебя будут сейчас вот именно MVP. Сейчас нужно именно боевой билд собирать, то есть нужно постоянно подозревать то, что тебя придут именно мочить. Сейчас мы видим, конечно, Драгонайта очень вяленько пробивает Темплар Ассасин, но с появлением Дезолятора это изменится просто моментально. Да, вот он армлет у Драгонайта, очень нужен блинк даггер сейчас Энджею. Буквально 1-2 пачки крипов, он у него появится. Нужно добивать вообще всех крипчиков по максимуму, никого не пропускать. Он молодец, он так и делает, и блин, даггер появляется. Да, и Кьо прикупил себе тоже даггерочек. Даггер появляется и у Акса, правильно сказал, все-таки всех крипов там добил Энджей. Но Т1 Тауэр при этом, по-моему, не дефит, уже не успевает Оранж. И да, забирает его MVP. А остается последний Т1 Тауэр на верхней линии. Наверное, сейчас как раз-таки туда и сместятся корейцы. Видим мы, что Сионикс на топе поймал тоже момент. Пока там ребята пушили ему центр, он спокойно фармит на топе. И тоже немножечко набирает боевой мощи. Экономически зарабатывает неплохо. Тоже у него 1500 золота. Это уже после армлета и фейзов. Ну да, да, Лайселлер тоже неплох. Вообще, по деньгам пока что есть небольшой перевес в пользу MVP, но он прям совсем небольшой. Вышек, сколько там получается у нас забрали? 2 таура забрали Таринги, и 2 вышки тоже забрали у нас MVP. А, внизу стоит еще. Внизу? Я из-за портрета Темпларочки не видел, да-да-да. Ну 2-2, да, получается, по товарам. MVP что-то вот внизу. Скучковались, сгруппировались, смоук прожимает Дубу. И сейчас, возможно, будет заход на какого-то Драгоннайта, который здесь внизу решил пофармить. И это может быть для него очень-очень болезненно, потому что там еще есть, если что, релокейт. Там Фэби и Бристлбэк на топе находятся, то есть Висп и Бристл. И они спокойно могут прилететь. Вот уже нападение на Яматеха, неплохо его разминают, прокручивается Джаггернаут. И Яматех в ответочку стан по Дубу, но это вряд ли его спасет, добивает Кьюо. Да, вот я, кстати, говорил тогда про Burst Damage, и возник у меня небольшой
вопрос вот к Вич-доктору, когда он не качал свой маледикт. Но есть также и ответ, почему он этого не делает. Потому что он понимает, что отсутствует у противника серьезное вливание урона. Соответственно, если ты будешь иметь очень серьезное лечение и сможешь превысить вот этот, да, показатель входящего в тебя урона, то все, ты, по сути, не убиваем в драке. Так же, как и вот твои товарищи по команде. И это еще хилинг-вард, да, еще хилинг-вард, еще и висп. То есть это очень-очень важная штука. И тут Вич-доктор тоже очень классно заабузил. То есть тут используется принцип: если вы что-то используете, какой-нибудь абузик, да, то нужно использовать его до конца. И так сейчас и получается. Да, Т2 Тауэр здесь упадет. Там теперь нападение на Фарива на топе. Он откидывать пытается по лингу. Линг нужно отойти, наверное, потому что можно и взорваться слегка. Да, Линк, в принципе, выживает. Убивают они этого Бристлбека вместе с Виспом. Ну, здесь немножечко перезадержались, скажем так, MVP Phoenix. Ну, немного денег подарили в итоге. Там по 500 золота в среднем на человека. Это серьезная сумма. Плюс Лайфстиллер получает уже 11 уровень. Интересно дальше, что он будет собирать. То есть обычно это могли бы быть, там, не знаю, барабаны или с Энжиньяша. Пока не ясно. Да, 2700 он уже накопил. Я, честно говоря, тоже пока не знаю, что он тут вздумает купить себе. Я видел очень страшных лайфстиллеров, но я думаю, это будет не этот случай. Который именно? Который с радианцами. Ой, не-не-не, тут радианс вообще не вариант. Ну да, слишком много лечения. Твой радианс, он просто... Конечно, здесь нужно думать, как быстренько заберсить кого-то под рором. Вот это очень важно. Ну да, тут либо дезолятор, либо, я не знаю, либо дезолятор. Ну да, похоже на то, что будет дезолятор, хотя, возможно, какой-нибудь еще Майлстром. Но да, все-таки дезолятор, я с тобой соглашусь, здесь смотрится очень и очень хорошо. Ну, тебе нужен берст. Если у тебя не будет этого быстрого демеджа, то все, ты нафиг команде своей не нужен. Да, есть такое дело. Что у нас по графикам на 16-й минуте, на 17-й уже? 3000 преимущества по золоту у MVP, ну и по XP там все в нуле. То есть, в принципе, преимущество пока не такое существенное, как ты уже отмечал по нетворсам. Действительно, три лидирующих нетворса имеет команда MVP, но за ними сразу же располагается 4 героя команды Orange, они не сильно отстают при всем при этом. Вот сейчас будет зависеть все от драк и как будут развиваться события, потому что по товарам в лидерство уже вышли MVP. Сейчас вот нападение будет на Фарива, уже на него накидывает там потихонечку Thunderstrike Линк. Но на Фарива нападать такая себе затея, опять же, самый жирный герой в команде MVP. И времени вы на него можете потратить очень много. Плюс он с виспом, соответственно, есть высокая вероятность того, что вы его просто упустите. Смотри, у Кьё появляется дезолятор. Да, я про это хотел сказать. То есть вот был момент до появления дезолятора на темпларке и после. Вот сейчас это герой, который способен убить и Драгонайта, и Акса, и лайфстиллеров Солянова. И поэтому тут нужно играть очень осторожно сейчас тарингом и не подставляться по максимуму. Да, согласен. Появляется также дезолятор и у Сионикса на лайфстиллере. Тоже важный такой момент. Как раз таки тот дэмэдж, которого, возможно, бы не хватило под рор, он сейчас может и будет в достатке. Но тут, с другой стороны, Crimson Guard появляется. Кьё нападает на Яматеха, неплохо так начинает его подбивать. Но Яматех на развороте тоже с Кьё дерется и особо не боится. На статик шторм лежит, также кинетик филд. Ультимейт получает джаггернаут от Бестмастера. Ну и драка у нас немножечко затягивается. Тут еще неплохо NJ покрутился, но Crimson Guard работает отлично. И Дезвард тоже работает. Яматех, правда, его сбивает и убивает дубу, но Яматеха это вряд ли спасет. Еще тут и в нем оказался лайфстиллер, который тоже погибает. Минус 3 делает команда MVP Phoenix и заходит на Т2 Tower. Слушай, а вот минус 3 или только, потому что также Кво идет прямо на базу, делает последнюю плюху по Бистмастеру, забирает также и его, и 4F, идет до конца за NJM, и это минус 5. Full five-man vibe, как говорят наши зарубежные коллеги. Вот он, дезолятор на темпларке. Я еще что хотел сказать. У темпларки в этой драке была руна двойного урона. Mm-hmm. Это так, для справки. Это супер, это очень важно, да. Тут безоговорочно. Это очень зарешало в этой драке. Потому что, возможно, если бы не эта руна, возможно, даже Orange и эту драку смогли бы как-то переиграть, обыграть и не проиграть ее настолько сильно, как минимум. А, возможно, даже и выиграть. Да, ну вот я тоже смотрю сейчас, скилл-билды, итем-билды, это все очень круто выстроено у MVP, то есть они прекрасно понимают сильные стороны своей вот этой стратегии. Это хилинг-вард на 4 уже выкачан, что бывает не так-то и часто, это хил у Вич-доктора, и вот просто ребята стоят с полным здоровьем, почти с полным запасом маны, и им просто плевать на то, что вы там от них хотите, они могут вообще не отходя от
пуша восстанавливать себе и здоровечко ИМП. Да, они очень серьезно подошли к вопросу в этой игре. То есть вообще все делают четко и выверено. Нет никаких вот этих вот клоунат, там непонятных тимбилдов, непонятных и скилл-билдов. То есть они подошли к вопросу очень-очень серьезно. Это радует. Потому что сейчас MVP пушит уже очередную сторону у нас. Очередной сет бараков могут забрать. Кьюо неплохо с этими бараками справляется, как и Фари. В принципе, получается, сейчас Кьюо Рор врывается также с Йоникс и Энджей и вывозит просто висп своего тиммейта. А вот получится ли Форева здесь пробить? Потому что он-то просто стоит и принимает урон. И да, остается здесь, по сути, Драгонайт один. Одинешенек, Темпларка, еще один удар из-под Мелда. И должны, наверное, Яматех уже добирать. Он, конечно, армлетом пока еще играет, но недолго играть ему здесь осталось. И еще Сёникс также погибает. Недолго музыка играла, действительно, для команды Orange. И MVP минус 3 делают и забирают второй сет бараков. На этот раз на нижней линии пишет GG просто Сёникс, понимая, что выхода нет. А ты ничего не сделаешь. Вот здесь был просто оверпик, как говорится, в простонародье. И MVP просто на стадии драфта переиграли очень сильно тарингов. Нужно будет им исправиться именно в плане пика, добавить чуть больше, возможно, магии. Потому что магии не было вообще. Был только урон с руки, который очень легко законтролить таким большим количеством лечения. И, собственно, это нам MVP Феникс и продемонстрировали. Ну, не совсем понятно, как раскрытие должен был Бестмастер в этом пике, потому что вот при том, что он был в лесу и никто особо ему не мешал, много он не смог вывести. Это правда. То есть он там имеет, по-моему, настолько вторые, даже первые некра, и это очень плохо. То есть его в лесу фарма, его было недостаточно попросту. То есть он ничего не смог вывести. При этом мы ни разу не видели реализованной какой-нибудь инфест-бомбы. Хотя по логике вещей, возможно, можно было как-то делать. Например, там, Бестмастер получает себе ультимейт, инфест-бомба, поехали пытаться кого-то убивать, ловить. Ту же там темпларку на миде, например, там, при сбить рефракшн и так далее. Рефлекшн или рефракшн? Рефракшн, я прав. Ну что, вот мы видим по дэмэджу. В оффлейне у нас Фарив нанес 11.4к дэмэджу. Ну, Бристлбэк, он сильно бьет, да. Да. То есть мы видим то, что в хвосте этого рейтинга находятся топовые там коры. Кстати, даже Лайфстиллер-то не добрался у нас до топ-5 в итоге. Слишком мало героев ему довелось бить. 3-2-2 у него, кстати, статистика в этой игре. Уже на это намекал нашим зрителям, то, что подозрительно выглядит. Ладно. Это все шутки, это все наши шутки-прибаутки. В любом случае, это только 1-0. Конечно, несмотря на то, что MVP Феникс очень уверенно обыграли, вот опять же, по всем статьям сейчас ребят из Orange Taring, мне кажется, есть еще шансы у вторых, и мне будет интересно посмотреть на карту под номером 2, которая у нас начнется минут через 5-10. Я думаю, точно будет интересная игра. Вот нужно просто задуматься команде сейчас Taring, что же делать с MVP Phoenix. И это был простой пик. Это их стандартный, скажем так, пик. Ну да. MVP Phoenix. Ничего они в этой игре не придумали, кроме темпларки, естественно. Ну, темпларка появилась тут уже по причинам того, что она хорошо просто заходила в эту игру. А что нужно делать Тарингам? Просто подумать, как с ним справиться. Пикнуть тоже, возможно, нужно своих больше героев. Магов. Больше магии. Колдунов. Ведьм, всех, кого возможно добирать. То есть, реально нужны колдуны, маги, вот та же дорогие. Ведьма в этой игре, например, Деспрофитка могла неплохо заехать. В принципе, да, реально могла заехать. Она же ведьма? Более-менее неплохо. Ну, да. Все женщины-ведьмы. Сейчас те две женщины, которые смотрят наш стрим, обиделись. Да? Да. Простите меня, дорогие дамы. Тут должна быть шутка была про то, что нас смотрят только наши мамы. Ну ладно. В общем-то, мы уходим на небольшую 5-10-минутную рекламно-музыкальную паузу и вернемся совсем скоро.